На территории региона действует нерестовый запрет на ловлю рыбы. Рыбачить можно только с берега без использования плавсредств, только определенной удочкой. Все остальное под запретом. За нарушение административная и даже уголовная ответственность. Однако некоторых это не останавливает. Нарушители, два случая выявили в Саратовском районе у села Расловка-2, могут долго оправдываться. На удочку хотел, забил сетку. А удочки делаешь? Чуть не перевернулся. Просто понять и простить, и с миром, а точнее с уловом, отпустить. Но полицейских такими байками не разжалобишь. У рыбака изъята лодка, сеть, рыба. Ущерб составил более 10 тысяч рублей. У другого также изъят незаконный улов, 4 сети и лодка. Общий ущерб от его действий составил более 20 тысяч. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел за незаконную добычу, вылов водных биологических ресурсов. Наказание в соответствии со статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации серьезное – от крупного штрафа до лишения свободы. Полиция напоминает, нерестовый запрет на лов рыбы установлен по всему Волгоградскому водохранилищу до 30 июня включительно. Расул Ибрагимов, Ольга Иванова, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.